Вами каламбур. Вы узнаете, о чем предупреждают сексологи. Если жена утром поругалась с мужем, день пройдет зря. А если не помирилась вечером, то и ночь тоже. В баре «Каламбур» новое блюдо. Хоть 7 раз отрежь, все равно не съешь. В крутом пике командор покажет Дринкинсу, что если вокруг одни мужики, главное не быть бабой. А в деревне дураков мужик выясняет для себя, что гарем в сущности это клубок единомышленниц. Все это сегодня в программе «Каламбур». А первая рубрика «Вы написали, мы сыграли» начнется прямо сейчас. Потому что раньше... Потому что раньше... Раньше не мог. Может, это
потому что раньше не мог. Потому что раньше не мог. Потому что раньше. Пойди мусор выброси. Замуж за раньше. Oh,
Обнаружил, что у нас, оказывается, есть тормозной парашют. Может быть, нам на этом как-то сыграть? Что бы ты там ни обнаружил, сынок, мы все равно сыграем в ящик. Юра Лемниевый с четырьмя турбинами и одним тормозным парашютом. Можно войти, сэр? Кто это? Это наша стюардесса, сэр. Что, действительно? Сэр, у нас проблема в пассажирском салоне. Что, мисс Бурпл осталась недовольна обедом? Как вы догадались, сэр? А я всегда, когда вы входите, обращаю внимание на ваше место пониже спины. Сэр, если мы все-таки разобьемся, то как же нас будут хоронить? Меня будут хоронить по первому разряду, потому что я первый пилот. А меня? А тебя по второму, потому что ты второй пилот. Сэр, а если я радист, то меня будут хоронить по какому разряду? По 15-му, сынок. А как это, сэр? Это когда венки несет сам покойник. Дринкинс, сколько нам осталось до конца? 252 серии, сэр. Отлично. Тогда я еще успею поменять свою сексуальную ориентацию. Следует.
Thank you.